Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лидия, и это вторая часть моего видео о опыте работы. В этой части я расскажу о том, как разбираться в духах, различать хорошие парфюмы от некачественных. А также в первой части видео я рассказывала о моем зарубежном опыте работы и о плюсах и минусах. Кому интересно, я оставлю ссылочку также внизу, и по которой вы можете перейти и посмотреть это видео. В этой части видео я бы хотела рассказать, как разбираться в парфюмерии. И очень важно ознакомиться с правилами. Первое, что важно, это с правилом хорошего тона, чтобы выбранный вами аромат не сыграл с вами какую-то определенную злую шутку. Нужно понимать, что духи делятся в зависимости от времени года. Это летние, зимние и демисезонные. Летняя жаркая погода усиливает запахи, а морозы, наоборот, их немного скрывают. Следовательно, под палящим солнцем и высокими температурами лучше наносить легкие свежие парфюмы, а в зимнюю пору можно баловать себя какими-то согревающими пряными ароматами, может быть, немного ориентальными или арабскими. И среди огромного многообразия духов можно вам будет легче определиться с точкой старта благодаря категоризации ароматов. Это восточные, цитрусовые, водные, зеленые, также цветочные, ароматические, шипровые и древесные. И следующим, о чем стоит сказать, об этикете их использования. Кроме погодных условий, большее значение имеет события, на которые вы выбираете те или иные духи. Например, для офиса подойдут нейтральные запахи из-за большого скопления людей и скрытого помещения. Это правило касается и театров, музеев и так далее. Вечерние ароматы могут быть более какими-то напористыми, дерзкими и в своем проявлении, поэтому тут предпочтение можно давать более тяжелым парфюмам. Также нужно знать разницу, что такое туалетная вода, одеколон и непосредственно духи парфюм. Любой парфюмерный продукт содержит в себе 4 основных компонента. Это спирт, эфирное масло и жидкости и душистые вещества. Вид аромата зависит от того, в каких пропорциях присутствуют в флаконе его составляющие. Духи – это самый стойкий вид парфюмерии благодаря высокой концентрации эфирных масел и эссенций. Но также есть духи, которые на масле, они являются самыми стойкими. После этого идут духи с эфирными маслами и эссенциями. Но на коже такой аромат может держаться не меньше 5 часов. И также духи содержат мало спирта, поэтому обычно не имеют длинного шлейфа. А сам аромат располагается близко к коже и не раздражает окружающих, а долго радует своего обладателя. Также духи – это самый удачный выбор для вечернего использования. Следующее – это парфюмерная вода. Это менее концентрированная по сравнению с духами, поэтому хорошо подходит для дневного применения. Концентрация душистых веществ составляет больше 20%, поэтому парфюм менее стойкий. Зато благодаря большому содержанию спирта обладает более длинным шлейфом. Аромат чувствуется после того, как человек просто прошел рядом. На коже парфюмерная вода держится около 3-4 часов. Следующая – туалетная вода. В ней еще больше спирта, поэтому шлейф еще длиннее. Аромат благоухает вокруг на большом расстоянии от кожи. Душистых элементов всего 8-10%. Из-за соотношения оптимальной стоимости и длинного шлейфа туалетная вода – самый популярный вид парфюма у покупателей и идеально для повседневного использования. И последними духами является одеколон. Чаще всего это вид мужской парфюмерии, и он наиболее шлейфовой и менее яркий, потому что душистые эссенции в нем содержатся не больше 8%.
Это аксиома, стоит учитывать происхождение одеколона, потому что изделия американских брендов по консистенции и стойкости равны парфюмерной воде. Парфюмерный спрей или, например, лосьон, дезодорант и другие неконцентрированные средства содержат до 3 эфирных масел и в основном используются для ухода за телом и усиления эффекта главного аромата. Также, например, мускатные или древесные парфюмы, они дольше сохраняют свои свойства, чем, например, цветочные, цитрусовые или морские ароматы. Также есть альдегидные композиции. Это ароматы, в которых часть натуральных элементов замещаются альдегиды. Это вещества, которые получены химическим путем. В свое время эта разработка стала революционной и даже скандальной, потому что дала возможность частично отказаться от традиционных парфюмерных эссенций. И альдегиды — это своеобразные, в произведенном виде они могут по запаху напоминать шипр или прогулковое масло, но стоит изменить структуру, и они начинают звучать цветами и другими природными веществами. Производство альдегидных занимает меньше времени и средств, и в отличие от натуральных масел, но при этом они добавляют стойкости и насыщенности готовому парфюму. Также восточные ароматы также называются ориентальными, что входит в состав ориентальных масел. Это тяжелые какие-то горячие ароматы, которые имеют густые оттенки ванили, смол, сандала или мускуса. И больше всего они подходят для зимнего времени года и вечерней одежды. Каждый парфюм, созданный талантливым мастером, в зависимости от сочетания нот и может принадлежать сразу к нескольким, например, группам. Также часть в них находится ут. И сам по себе ут — это агаровое дерево, но в парфюмерии под ним подразумевается смола и масло, выделяющиеся из древесины. Также я хочу рассказать о преимуществах парфюмов. Духи дополняют каждой женщине какой-то чарующий образ, даже мужчине, и качественная парфюмерия способна привлечь внимание противоположного пола, поднимает настроение и улучшает работоспособность. Также придает какую-то эксклюзивность и создает какую-то определенную правильную атмосферу. Одни ароматы помогают, успокаивают, расслабляют, другие заряжают энергией и активизируют работу мозга, повышают уровень какой-то концентрации. И сейчас, что вредно в духах? В тяжелых случаях вроде бы приятные запахи духов, одеколона, туалетной воды могут вызывать воспаление слизистых оболочек, например, насморк, тошноту, затруднение дыхания, внезапную усталость и другие тягостные симптомы. В большей степени это то, что может быть вызвано ненатуральными парфюмами. Следующее. Сколько раз можно пшикать? Достаточно всего лишь 3-4 нажатия на полевизатор для одеколона и 2-3 нажатия для туалетной воды, максимум 2 для парфюмерной. Духами достаточно одного точного нанесения, но не стоит наносить больше, даже если вы не чувствуете насыщенного запаха и не наносить на какие-то свои части тела, которые наиболее потные, потому что они смешиваются с парфюмом, и аромат совершенно иной. Почему запах духов чувствуется не сразу, а через некоторое время? На школьных, например, уроках физики процесс распространения запахов духов детям объясняют таким образом, явлением как диффузия. Диффузия — это процесс обоюдного проникновения молекул одного вещества в свободный промежуток между молекулами другого вещества и приводящие к выравниванию концентрации обоих веществ во всем занимаемом объеме. И в производстве, например, поддельных духов используются опасные компоненты. Например, в первую очередь это какие-то ядовитые спирты или красители, которые делают запах более устойчивым, а цвет похожим на заданный. В поддельных духах часто находят такие вещества, как фтилат. Это мощный токсин, который используется в качестве закрепителя аромата. Как различить? Чаще всего это маркировка компании, и вы можете увидеть
качественную дорогую маркировку, и дешевые парфюмы лучше не покупать, поскольку в них может находиться вот этот вот продукт фтилат, токсин, который может разрушать ваше здоровье. И лучше покупать парфюмы, которые проверены временем и также вами. Следующее – как пахнуть дорого. Из цветочных нот дорого звучат ноты апельсинового цвета, нероли, тубероза, ирис, жасмин, роза, иланг-иланг. Они звучат достаточно дорого. Но также дешевят, например, парфюмы, которые более сладкие. И они могут звучать призывно, но дорого они не будут звучать. Избегайте сильно сладких ароматов, также таких ароматов с запахом маршмеллоу и какими-то подобными, поскольку они немножко удешевляют весь образ и делают каким-то более его гламурным, но ни в коем случае не дорогим и изысканным. Также почему запах духов слушают, ароматы слушают, но духи все-таки нюхают. Поскольку источник запаха в данном случае ароматическая жидкость, флакон духов или ароматизованный блотер мы все-таки нюхаем, а вот сам аромат уже слушаем. Данную языковую тонкость лучше всего отображает фраза «понюхай духи, слышишь, как пахнет, какой аромат». Это просто тонкость. И какой запах нравится всем. Так, в ходе некоторых экспериментов и даже с моего опыта работы, самыми популярными духами являются те, которые содержат запах ванили. Ваниль как раз подходит всем и самый, мне кажется, универсальный. Следующее – это где лучше всего пшикать духи. На самом деле, духи нужно носить на запястье, на мочку уха, также на сгиб локтя, например, на шею, в районе межключичной впадины, а также можно иногда под колено. Это так называемые точки пульса, и в этих местах происходят кровяные сосуды, находятся близко кожи, и температура участков чуть выше обычной. Как понять, что тот или иной аромат – это действительно твой запах? Аромат подходит вам, если он становится источником или аккомпанентом эстетического удовольствия, и вы чувствуете себя в нем комфортно. Единственный способ ответить на вопрос, однако в различных случаях и ситуациях один и тот же парфюм может вызывать диаметрально противоположные эмоции у его владельца. Мне кажется, это такое же отношение, как с обувью, когда вы чувствуете себя комфортно и красиво в той или иной обуви, такое же ощущение и с парфюмами. Также, каким самым дорогим брендом духов, какой самый дорогой бренд духов является в мире? Это The Spirit of Dubai Parfums by Nabil. Это ультра-роскошный парфюм, который из Арабских Эмиратов. Чтобы отличить оригинальные духи от подделки, нужно обратить внимание на следующие элементы. Это первое, качественная картонная коробка, это лицо продукта. Второе – это оригинальный штрих-код и серийный номер должны отвечать всем требованиям. Третье – флакон должен быть ровный, симметричный и без каких-либо грубых углов. Четвертое – пульверизаторы без следов и клея вокруг горлышка. И кнопка нажатия легко, практически беззвучно. У французских марок приняты флаконы с тонким дном, слегка вогнутой фактурой. Делает это для того, чтобы удобнее держать его на момент демонстрации в магазине. Надеюсь, до скорых встреч и хорошего настроения. И пока-пока.